Господин министр, как вы думаете, вот что будет, если государственным вузам разрешат преподавать в том числе и на русском языке, и сюда хлынет с бывших советских республик огромное количество студентов, которые ночей не спят, хотят получить европейский диплом уже сейчас, но объективно они лучше всего говорят, там, к сожалению или к счастью, только на русском языке. Так исторически сложилось. Вы, если с такой инициативы выйдете к партнерам по правительству, что вам скажут ваши коллеги-политики? Давайте вернем русский язык в государственные вузы Латвии. Это отвергнут, но я думаю, что внедрение русского языка, который нормальная вещь, мне кажется, не решает вопрос качества. Вопрос качества в английском языке. В первую очередь мы должны позволить все обучение дерегулировать насчет использования английского языка. Но, может быть, платные студенты из России, Казахстана, Украины принесут ту материальную базу, которая позволит университетам... Я не против этого. Вы не против этого. Но я думаю, я уверен, что качество идет с английским языком, не с русским языком. Русский язык — это хорошая вещь для дополнения доходов, хорошая вещь для экспорта образования. Все нормально. Но качество идет с внедрением в англоязычную систему. Даже не в немецкий язык. Даже не в немецкий, в англоязычную. Это так все-таки реальность. Так что если с английским идет русский, я сам в этом проблему не вижу.